Я нахожусь на площади, на проспекте Шота Руставели. Это театр оперы и балета в мавританском стиле. Такие прекрасные фонтаны. Ночью они цветные. А это памятник Паалиашвили, композитору известному грузинскому, который написал оперу «Абесалом и Этери». Когда я училась в консерватории, и мы изучали музыку композиторов СССР, то грузинский композитор Паалиашвили нам был уже с тех пор времен известен. И вот сейчас театр носит имя Паалиашвили. Театр в мавританском стиле, Тбилиси, Грузия, проспект Шота Руставели.